парень, такой крутой и тёплый зал. Слушай, ты! Почему твои губы постоянно сокращаются без твоего ведома? Мы приехали в полуфинал. Ребят, вы хоть подготовились? Да, да, у меня есть песня. А ну-ка. Но не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился наркодилер Магомед. Какой наркодилер? Мне нравится. Успокойся, Магомед. Ребят, ну вы уже поняли, что мы приехали с нестандартным юмором. Да, Артур? Ну, на такой веселой ноте и поехали! А теперь представьте, как же придумывали матерные слова в средневековье. Так, чтобы придумать матерное? Бывшая доярка устроилась работать в офис. А что это ты делаешь, а? Я даю, да не знаю. Девушка пошла на свидание с парнем, который, ну, очень сильно любит играть в компьютерные игры. Мы в кафе сходим? Нужно больше золота. Может быть, тогда к тебе? Нужно построить зиккурат. Ну ладно, пойдем хотя бы просто погуляем. Склоняюсь перед вашей волей. А следующая ситуация произошла на шоу «Интуиция». И я поздравляю вас, Дмитрий, вы прошли финал нашего шоу «Интуиция». И теперь вам предстоит узнать, кто из них – геймер, бомж и программист. Хорошо, можно я задам ребятам несколько наводящих вопросов? Ну попробуйте. Ребята, кто из вас вообще не спит? А кто из вас кушает только роллтон? Ну, тогда последний вопрос. Давайте. Ребят, кто из вас спал последний раз с девушкой? Это бомж! И вы угадали! Следующая ситуация произошла в кафе, где готовят самый горячий капучино. Мои глаза! Глаза! Капучино! Тебе чем-то не нравится мой капучино, идиот! А ты мне в руки! На тебе по глазам, идиот! Случай нам это студии. Давай, давай, снимай лифчик. Давай, снимай лифчик. Хорошо. Какой к чертям лифчик? Я и так выкладываюсь на 100%. Ну да. Ну и в конце бы мы хотели спеть песню.
Я уже забыл, ребят. Дай пять! Еще увидимся!